Сегодня в программе. Молчание – знак согласия. Любая мать была бы рада увидеть своего ребенка на... Ну вот мы сейчас видим, как рада мать. Я не мог знать, что ребенок умер. Извините, пожалуйста. Рекламщик торговал фотографиями мертвых детей. Какое наказание он понесет за размещение улыбки умершего мальчика на рекламе новогодних подарков? И решил заснять на видео, как данный чиновник... питается в ресторане. Зарплата, официально, прошу заметить, в 54 тысячи рублей. Гражданские активисты пошли на провокацию для того, чтобы уволить чиновницу. Удастся ли ей доказать в суде свою невиновность? Это не считается моральным поведением. Он мой жених, он знает про это, он знает. Слушайте, естественно, у жениха у вашего жена и трое детей. Я знаю. Экс-сотрудница компании заявляет, что начальник избавился от нее под надуманным предлогом, узнав о ее беременности. Найти новую работу ей будет непросто, ведь в ее трудовой запись об аморальном поведении. Истец просит компенсации ущерба здоровью и морального вреда. Ответчик иск признает частично. Пожалуйста, Валерия Николаевна, слушаем ваше обоснование иска. Ваша честь, я предъявляю этот иск, потому что ответчик нанес серьезный ущерб моему здоровью и психическому состоянию. Угу, при каких обстоятельствах? Дело в том, что полгода назад я потеряла своего ребенка. Ему было всего 5 лет. Он заболел редкой формой заболевания для этого возраста, лимфомы. Это воспаление лимфатических узлов. Врачи сначала диагностировали ангину, а когда поставили правильный диагноз, было уже поздно. Мы старались как-то собрать средства, искать выход, но мы ничего не смогли сделать. Мой ребенок умер. Угу. Ну, что такое похоронить своего ребенка, я вам рассказывать не буду. У меня просто после похорон сразу увезли на скорой, вот справка. Несколько месяцев я не могла толком ни есть, ни спать. Родные практически от меня не отходили. И вот однажды сестра, чтобы как-то отвлечь меня от этого состояния, она предложила мне погулять. Ну, под Новый год, вечер, хорошая погода. Мы вышли на улицу, прошли какое-то время, я начала как-то приходить в себя, и вдруг я увидела на остановке здоровенный щит около дороги, билборд называется. Вот так вот он выглядел, на нем была фотография моего малыша, улыбающегося, здорового, и под ним была реклама магазина «Выбери подарок». Это фотография вашего сына, да? Да, это была фотография уже, на тот момент уже умершего сына. Передайте, пожалуйста, через приставы. Так. Ну, со мной сделалось что-то страшное. Я начала швырять в этот билборд, грозилась кого-то убить, разыскать этих людей. В общем, сестра меня с трудом увела от этого места. И как только мы пришли домой, на меня обрушился буквально шквал звонков. Звонили люди из благотворительного фонда, которые мне помогали, они поздравляли, что мой ребенок жив. Приходили какие-то люди с подарками. Соседи не давали прохода моим родным, они говорили, что... Ну, они знали, что мой сын умер, и они говорили, что мы якобы продали фотографию за большие деньги своего умершего ребенка. Да как вам не стыдно? У вас ни стыда, ни совести. В общем, от этих происшествий я начала просто сходить с ума и попала в клинику психиатрическую. И пробыла там 1,5 месяца. Ну, сейчас я... восстановила свое здоровье, я стала общаться с другими людьми, потерявшими своими детей. И стала... То есть у вас нервный срыв случился? Да, сейчас... тяжелый нервный срыв на 1,5 месяца. Сейчас последствия уже устранены, да? Да, последствия устранены. Я в более-менее нормальном состоянии.
Я общаюсь сейчас с другими людьми, мне это помогает, которые потеряли своих детей. Но, тем не менее, я хочу предъявить иск за компенсацию и компенсацию вреда моему здоровью, потому что я принимала дорогостоящие таблетки, был дорогостоящий уход на сумму 42 387 рублей и компенсацию морального вреда на 1 000 000 рублей. Потому что я считаю, что... А с ответчика просите взыскать, потому что это он разместил. Да, да? Это он взял эту фотографию и предложил ее. Откуда он взял эту фотографию? Ну, пусть ответчик сам скажет. Давай, вы иск не признаете? Признаю частично. В какой части? Я действительно разместил эту фотографию. Где вы ее взяли? Я ее взял с поисковой системы. В сети интернет взяли? Да, взял в сети интернет, и я не брал с социальных сетей, с какой-нибудь частной страницы. Я взял с поисковой системы. Авторских прав на это, я как знаю, не распространяются авторские права. На что не распространяются? Вы какие-то в базе... Тогда бесплатных фотографий взяли? В общем доступе, да. Ну, в общем доступе это не значит, что у конкретного изображения нет правообладателя. Дело в том, что я на какой-то перекрестной ссылке нашел правообладателя, точнее, почтовый ящик правообладателя. Я пытался связаться с правообладателем фотографии, хотел получить разрешение. Вот у меня распечатка о том, что я пытался действительно связаться. Хотел получить разрешение. Вы на электронную почту писали? Да, предложить денег, но... Ответа не последовало. Мне очень нужны были предложить, деньги. Предложить денег или выкупить эту фотографию? Ну, выкупить фотографию и предложить денег. То есть это было до того, как вы разместили ее? Это было еще до того. Потом все-таки я разместил эту фотографию. Дело в том, что у меня так большая... Подождите, вы получили разрешение у правообладателя? Нет, не получил. Нет, не получал. Передайте мне распечатку переписки. То есть вы, не получив разрешение, все-таки решили опубликовать эту фотографию? Да. Использовать ее для изготовления вот этого рекламного макета. Все правильно. То есть, я так понимаю, вами был изготовлен этот макет, да? То есть, ну, как бы в электронном виде. А уже потом распечатан, и заказчиком, я так понимаю, выступал магазин игрушек, и он уже разместил. Да. Ваша честь. А почему вы какой логикой руководствовались, когда брали эту фотографию, зная, что у нее есть правообладатель, даже не получив ответа? У вас отсутствие ответа – знак согласия вы расценили, да? Как молчание – подумал, знак согласия. То любая мать была бы рада увидеть своего ребенка, но... Ну вот мы сейчас видим, как рада мать. Я не мог знать, что ребенок умер. Извините, пожалуйста. Я не знал этого. Ребенок был здоровый. Почему вы не позвонили? Там же были все координаты. Там был благотворительный фонд, который собирал деньги на оборудование в нашей поликлинике. Там были телефоны. Это невозможно было. Там не было просто... Скажите, пожалуйста, вот у вас здесь вот акция... Да, да. Вот там фотография моего сына, и там телефон, там... Вы собирали денежные средства на его лечение, да? Да, там на оборудование в поликлинику. Это та же самая фотка. Вы откуда? Отсюда взяли? Нет, я взял с поисковой системы. Нашел. Но она в каком виде была в поисковой системе? Просто картинка. Не было никаких надписей. Зачем вы лжете? Она не могла быть отдельно. Не бывает надписи в поисковой системе, если искать по картинкам. Никто не мог отдельно выложить. А в какой части вы все-таки иск признаете? У нас есть ущерб здоровью заявлен. Я готов. Есть компенсация морального вреда. Вы в какой части признаете иск? Я готов оплатить... расходы на лекарства. 50 тысяч рублей у меня есть. У меня просто нету больше денег. А почему до суда не оплатили? Вы вообще как-то связывались с истцом? Ну, я же так понимаю, истец нашла вас, да, все-таки? Вы же нашли его, ответчика, да? Предъявили ему требования. Почему они не возместили хотя бы расходы на лечение? Дело в том, что до суда почему это не сделали? Вообще пытались как-то договориться с истцом? Истец? Нет. Нет. Это ваша правовая позиция такая, да? Нет, не пытались. Он считает, дотянули что он ни в чем не виноват. Еще есть что-то у сторон добавить? Суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. Далее в программе. И решил заснять на видео, как данный чиновник питается в ресторане. Зарплата официально, прошу заметить, 54 тысячи рублей. Чиновница отдела соцобеспечения заявила, что старикам пора на кладбище. Удастся ли ей доказать, что она сказала это с наилучшими пожеланиями? Это
не считается моральным поведением. Он мой жених, он знает про это, он знает. Естественно, у жениха у вашего жена и трое детей. Я знаю. Руководитель долго терпел сексуальные выходки своей подчиненной с женатым коллегой. Но жалоба уборщицы стала последней каплей. Женщина уволена. Но вот незадача. Она заявляет, что беременна. Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, выслушав объяснения сторон, установив все обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения настоящего спора, решил. Иск о возмещении материального и морального вреда удовлетворить в полном объеме. Взыскать с ответчика в пользу истицы в счет возмещения материального вреда 42 387 рублей. Взыскать с ответчика в пользу истицы в счет возмещения морального вреда 1 миллион рублей. Суд удовлетворяет заявленные исковые требования по следующим основаниям. Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина, в том числе его фотографии, допускается только с согласия этого гражданина, а после его смерти – с согласия его детей, пережившего супруга, а при их отсутствии – с согласия родителей. В данном случае ответчик без согласия истицы использовал изображение ее умершего малолетнего сына для рекламы детских игрушек. Этим он нарушил права истицы, которая, еще не придя в себя от горя после смерти малолетнего ребенка, увидев изображение умершего сына на рекламных щитах, развешанных на улицах города, пережила нервный срыв и проходила дальнейшее лечение в психиатрической клинике. Поэтому в данном случае истица имеет право на возмещение расходов на лечение и на компенсацию морального вреда. Соответственно, суд взыскивает все заявленные суммы. При определении размера морального вреда суд учел степень физических и нравственных страданий истицы, причиненных действиями ответчика. Поэтому суд удовлетворяет иск о компенсации морального вреда в полном объеме, взыскивает 1 миллион рублей в счет компенсации морального вреда. Вам понятно решение суда? Да, надеюсь, что защита ваших прав, да, в судебном порядке как-то, ну, как-то немножко смягчит горечь от вашей утраты. А вы в следующий раз, используя изображение других лиц, думайте о правовых последствиях. Суд огласил свое решение, дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Иск удовлетворить. Я надеюсь, что решение суда послужит уроком всем папарацци в нашем городе, и такие возмутительные случаи больше не повторятся. А свой миллион я отдам в благотворительный фонд, чтобы помочь нуждающимся детям. Работа у меня не постоянная, деньги мне брать неоткуда. Я этот миллион буду выплачивать очень долго. Истец требует возместить материальный ущерб и опровергнуть порочащую ее информацию. Ответчик заявляет, что действовал в рамках закона. Пожалуйста, она слушаю вас. Ваша честь, вот этот вот ответчик, он сломал мне просто всю жизнь. Он взял, записал ролик в интернете, выложил, в котором я... Ненавижу пенсионеров, якобы. Да так оно и есть. Но так, этот так, ролик... Так. Говорите открыто. Эта фраза, она вырвана из контекста. Я не могла так сказать обо всех пенсионерах, а только по конкретному случаю. Да, мы да. С подругами сидели в ресторане. Вот, и он там записал как-то этот ролик, где я там говорю вот эту фразу. Но дело было все по-другому. К нам какие-то подвалили два выпивших мужика, подвыпивших, пожилых. И стали к нам приставать с подругой. Да неправда это все, никого так, не было. Подождите, там. Истец, да, вот давайте по порядку. Значит, у вас заявлен иск о защите чести, достоинства, деловой репутации. Да. Как этот видеоролик повлиял на вашу деловую репутацию? Вы кем работаете-то? Я работаю начальником, работала начальником отдела службы соцобеспечения района. А, вы работали в администрации, в отделе соцобеспечения? Соцобеспечения, да. И ответчик разместил ролик, где вы якобы говорите о том, что... Я плохо говорю о пенсионерах. О пенсионерах. Что им пора якобы на кладбище и все такое прочее. Ну, говорили же, верно? Так, это а ролик-то, ролик-то сам есть? Ролик? Да, вот все здесь есть. У вас есть, да? Давайте, да. Включайте, передавайте через пристав. Пожалуйста. Давайте хоть ролик-то посмотрим. Вали, этим старикам давно пора на кладбище. Они еще чего-то хотят. Ну, это кошмар какой-то, ужас.
Старикам пора на кладбище. Но это же фраза, вырвана из контекста. Да эта фраза звучит каждый день у нас на работе. Да это было не так все, ваша честь. Можно я расскажу? Конечно, не так. Да, пожалуйста, рассказывайте. Я же вот говорю, что мы с подругой сидели в ресторане, пили кофе. И вдруг подваливают каких-то два мужика подвыпивших, пожилых. Кофе не пили, коньячок, рыбка красная. Два деда. Кофе. Подваливают и начинают к нам приставать с подругой. Ну мы что делать? Мы говорим, дедушки, ну мы не по этой части вообще, идите своей дорогой. Нет, они снова к нам приставать. И тогда мы позвали охрану. И охрана их вывела. Да там не было никого, кто к вам приставал вообще? Ну, так, ну хорошо, охрана их вывела. А, снимал-то кто? Как а вот появилось? У меня есть свидетель, который видел все это. Кто снимал, как снимал и когда снимал. А вы-то мне можете ответить на этот вопрос? Вот кто снимал, почему эта съемка произошла рядом с вами? Как вы говорите, вырвана из контекста. Кто я снимал? Я никого там? Не видела. А, вы не я видели просто, никого? Вы я только просто потом сидела же с увидели подругой. Этот ролик в интернете. Уже в интернете, да, готовый. Он набрал 1 000 000 просмотров, этот ролик. И а, какой цели, а с какой целью его ответчик разместил в интернете? У вас чтобы какие-то... опорочить мою честь и достоинство. А какой интерес у него? Чтобы заставить вас работать, вернее. Вы так у него сказать? Какой интерес-то в этом? Попорочить вас. Ну, какие-то интерес? Конфликтные отношения с ним возникали? Ну, они все время экстремизмом занимаются. Каким экстремизмом? Ну, они приходят к нам в отдел и скандалят. Они-то это кто? Ну, вот, вот эта группа активисты гражданские. Гражданские активисты? Да. Кто к вам скандалит? У них свой портал, вообще? Понимаете? Они на вот этом на котором портале, и был этот ролик размещен. Да, размещают вот эти свои ролики. Владельцем которого является ответчик. Да. Да, то есть вы считаете, чтобы, так скажем, подмочить вашу репутацию, да, да как чиновника вообще, непосредственного уволили, работающего, да, хорошо сделали, работающего с социально незащищенными слоями населения, вот таким роликом вас скомпрометировать? Конечно, да. Угу, понятно. Хорошо. А что у вас за документы там? Да у меня тут, я вот зачитать хотела с этого портала. Вот он это написал. Комментарии уже к ролику? Да, комментарий. Начальник отдела Продольцева Анна Аркадьевна, вероятно, считает себя королевой. Он спасибо за комплимент. Но, во всяком случае, охраняют ее именно так. Мне не то, что в кабинет не прорваться, даже в само помещение службы соцобеспечения. Ну, давайте, не передавайте, я сам прочитаю. Говорит, все справки по телефону, люди, чиновники. Что-то... Анна Аркадьевна, я разберусь. Ваша позиция понятна мне. Ответчик, иск признаете? Вот компенсации морального, морального вреда 100 тысяч рублей. Нет, не признаю. Никакого иска не признаю. Являетесь владельцем этого портала? Да, я... Ролик был размещен на вашем портале? Да, конечно. Да? Так. Да. С какой целью был размещен данный ролик? И как производили съемки? Как вообще ролик к вам попал? Ролик разместил один из активистов. К сожалению, имя и фамилии я не могу знать. Да, потому что он инкогнито скрывается. Не скрывается он на самом деле. Ну а как к вам ролик попал? Анонимным. Что значит вы один из активистов, фамилию которого я не могу знать? Как к вам попал этот ролик? Да у них вы много снимали, таких. Вы снимали? На электронную почту анонимно. Нет, не я нет, снимал. Не вы, кто снимал? Снимал один из активистов в ресторане. Из ваших активистов? Конечно, да. А вы его фамилию не знаете? Нет, к сожалению, не знаю. Можете не перебивать меня, да? Любите перебивать, вижу. Ответчик. Нет, снял ролик человек, я фамилию имени, к сожалению, не знаю. Да, я знаю, что это один из активистов. Да не можете вы не знать фамилию. Видео всех пришло мне знаете. На почту. Не знаем. Говорим, не знаем. Пришло на почту, и, ну, видимо, активист пожелал остаться анонимным, да, не сообщил фамилию имени, но прислал комментарии к видео, да, были прикреплены. Где и какие были объяснил, комментарии? Он объяснил, что он попал в ресторан случайно, и решил заснять на видео, как данный чиновник питается в ресторане. Зарплата официально, прошу заметить, в 54 тысячи рублей. Да меня подруга угощала. И это самый дорогой ресторан в городе, прошу заметить. Ресторане. Общий счет, средний, 3000 рублей. Прошу, передайте, пожалуйста, распечатки меню. Да мы там только кофе есть на что пили. Посмотреть. Какой кофе? Меня на видео можем посмотреть. Меня в этот день угощала коньячок, подруга. Рыбка красная. Какой кофе? Никакой там целый рыбки пир, я не ела. Целый пир. И под этот коньячок... Уважаемый ответчик, вот, ну, вы вправе, конечно, приобщать к материалам дела, просить, по крайней мере, все, что вы считаете нужным, да, представлять свои доказательства. Вы мне объясните, вы что вы хотите этим доказать? Этим у вас ничего, в ролике, у вас в ролике указано не то, что истец, как чиновник с зарплатой чуть более 50 тысяч рублей, сидит в самом дорогом ресторане. Нет, нет. У вас указана там информация, да, из какого-то, может быть, контекста вырвана или еще что-то, но есть конкретная фраза истца, что всем старикам пора на кладбище. Это да, именно конечно. Это. Да, поскольку она работает непосредственно да. с данной категорией да. граждан, ее должностные обязанности с ними связаны. Которые она не выполняет. Причем здесь счет в ресторане?
Это я к тому... Он хотел мне показать, что я ненавижу всех пенсионеров, понимаете? Да так и есть. Вы не выполняете свою работу. А цель правильно. Какая была? Ну, вы же какую цель преследовали этим? Какую цель преследовал? Из-за этого истец сейчас вынуждена была уволиться с работы. Под эти веселые разговоры в ресторане, под коньячок, под рыбку. Произошел данный разговор был, да, где данный чиновник произнесла такие речи, как «старикам пора на кладбище». Фразы, это вырванные все из контекста. Под веселый пир, под веселую музыку. Да какой этот чиновник пир, еще говорит, что он его выгнали, там уволились, что вы там есть сделали? Полный ролик. Уволились за тебя, между прочим. Истец. Да. И хорошо сделали, ответчик, что уволили. Полный ролик есть? Да, конечно. Где? Он находится на самом портале. Ну, вы его в суд предоставили? Или мне надо пойти залезть в компьютер и найти этот ролик? В обосновании своей позиции. Ваша обязанность представлять доказательства в суд? Ну, к сожалению, нет. Нету, да, полного ролика? У вас свидетель заявлен, да, еще истец? Да, у меня есть свидетель, кого который допросить видел в качестве эту сцену, свидетеля? Как к нам приставали два старика. Никто к вам не приставал, никого это не это подруга ваша? Нет, не подруга, а официантка. Кто? А, официантка, которая в этом ресторане в этот день работала. Пригласите, пожалуйста, свидетеля истца в зал. Свидетель истца, войдите. Да, вот эта добрый день, представьтесь. Обслуживала тогда в тот день. Здравствуйте. Меня зовут Малькова Инна Денисовна. Инна Денисовна, вы в данный суд приглашены в качестве свидетеля для дачи показаний по делу. Да. Вы работали в тот день, когда вот наш истец со своей подругой как раз ужинали в ресторане? Да, именно так. Так, и что вы можете показать? Вот у нас там ролик всплыл, да, что с какими-то вырванными из контекста фразами. Вы видели, кто снимал? Да, я видела, как кто это снимал. Происходило все. На самом деле, истец была с подругой, отдыхала. Выпивала? Нет, именно отдыхала, потому что я лично обслуживала их. Приставали к ним двое мужчин пожилого возраста и вели себя очень похабно. Причем не только по отношению к женщинам, но и к другим отдыхающим людям к этому заведению. Причем, когда они пришли, они были совершенно трезвые. Но произошел такой момент, то, что за соседним столом сидел молодой человек и наблюдал за всем происходящим. Моментом, когда мужчины именно подходили и приставали. Пир ваш снимал. Они стали просто невменяемые. То есть получилось так... Молодой человек не ответчик? Другой какой-то? Нет. Другой просто юноша, он как бы... Да, он просто обычный человек, который сидел, пил кофе и очень внимательно смотрел за всей этой ситуацией. Причем произошел такой момент, когда он подмигивал и определенные подавал жесты. Он определенные жесты подавал этим мужчинам, и тогда они конечно подошли уже к женщинам и стали себя просто невменяемо, беспардонно вот вести. Понятно. И когда этот инцидент произошел, молодой человек это все записывал на свой телефон. И это было видно, что это была определенная подстава. То есть вы считаете, что это была постановка? Да, да? Это была постановка. А вы... А эти письма, вы так хорошо, вот вы так хорошо все обстоятельства, да, этого вечера Потому что запомнили. Я обслуживала всех этих А часто, истец, у вас в ресторане-то бывает? Нет. Да нет, он был первый раз. Я раз в месяц только бываю. Мы с подругой там встречаемся раз в месяц. Каждый день. Кофе только пьем, и все. Ваша честь, можно? Что? Это все вранье наглое. Вообще, я поражаюсь, как вы можете врать здесь. Слушай, как вы добавить что-то хотите? Какое да, вранье? Конечно. Какое наглое? Всего, вы хоть слова-то выбирайте, пожалуйста. Того, что человек просто, не просто так уволился. Куча писем, вот. Также на электронной, если, возможно, я зацитирую, на электронную почту к нам приходят жалобы от граждан. Вот, например, такое, как... Это к чему а вы сейчас? Благодарность. Потому что это к чему? Необоснованно все. Это ложь, что сейчас рассказываю. Мы сейчас говорим про видеоролик, размещенный на вашем портале. Ну, ролик-то, да, это конечно же не ложь. Причем здесь жалобы на работу истца. Мы сейчас ни ее увольнение, ни восстановление на работе не рассматриваем. И не надо. Это ваша оценка деятельности будет чиновника. У меня больше нет вопросов. Суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. Далее в программе. Это не считается моральным поведением. Он мой жених, он знает про это, он знает. Истец, у жениха у вашего жена и трое детей. Я знаю. Экс-сотрудница компании заявляет, что начальник избавился от нее под надуманным предлогом, узнав о ее беременности. Найти новую работу ей будет непросто, ведь в ее трудовой запись об аморальном поведении. Оглашается решение суда.
Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав объяснение сторон, показания свидетеля, установив все обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения настоящего спора, решил. Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации и о возмещении морального вреда удовлетворить. Признать распространенные ответчиком порочащие истицы сведения, не соответствующими действительности. Обязать ответчика удалить видеоролик с участием истицы из сети интернет. Запретить его дальнейшее распространение и пресекать любые попытки распространения другими лицами. Обязать ответчика опровергнуть сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию истицы через принадлежащий ему сайт в сети интернет. Взыскать с ответчика в пользу истицы в счет возмещения морального вреда 100 тысяч рублей. Суд удовлетворяет иск, поскольку ответчик не доказал, что размещенный на его сайте порочащий истицу видеоролик, просматривая который у пользователей сайта складывается впечатление, что истица испытывает неприязненное отношение ко всем пожилым людям, соответствует действительности. А в случае распространения сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию, закон возлагает обязанность по доказыванию действительности таких сведений на лицо, эти сведения распространившие. Работая в тот день в ресторане, свидетель показала суду, что фраза, произносимая истицей в видеоролике, была направлена в адрес двух конкретных пожилых мужчин, которые провокационно приставали к истице ее приятельнице с непристойными предложениями. Также свидетель показал, что свои приставания к истице эти мужчины прекратили по знаку гражданина, снимавшего все происходившее на камеру телефона. Но выложенный на сайте видеоролик не показывает действия этих пожилых мужчин, что позволяет суду сделать вывод, что действия указанных мужчин имели постановочный характер, целью которых было спровоцировать истицу на резкую реплику в их адрес. При таких обстоятельствах суд признает распространение ответчиком сведений, порочащих вашу деловую репутацию, незаконным. Ваш иск удовлетворяет, обязывает вас опровергнуть все эти сведения на тем же способом, которым они были распространены, то есть с помощью своего же интернет-портала, а также взыскивает в вашу пользу компенсацию морального вреда 100 тысяч рублей. Суд огласил свое решение, дело закрыто. Прошу всех встать. Ничего. Точно. Так я буду обжаловать решение. Решение суда. Иск удовлетворить. Дело я выиграла, деньги мне выплатят. Но вот свою репутацию восстановить навряд ли мне получится. И на работе тоже не восстановят, к сожалению. По решению суда нам придется выплатить данной чиновнице 100 тысяч. Но мы не оставим свою борьбу против коррупционных чиновников. Хорошо, что уволили. Истец подает иск о восстановлении на работе и о взыскании заработной платы за время вынужденного прогула. Ответчик утверждает, что не знал о беременности истца, а уволил женщину за аморальное поведение. Прошу всех встать. Прошу всех садиться. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Кашеваровой Анастасии Игоревны к ответчику общества с ограниченной ответственностью, то есть к работодателю к своему предъявленный иск, да, в лице своего представителя Увельского Константина Петровича. Иск заявлен о восстановлении на работе и взыскании заработной платы за время вынужденного прогула. Пожалуйста, Анастасия Игоревна. Здравствуйте, Ваша честь. Я обратилась с иском в суд, потому что хочу признать свое увольнение незаконным. Дело в том, что меня уволили после того, как узнали о том, что я беременна. Это был мой начальник непосредственный. Это абсолютная ложь. Это абсолютная правда. Дайте мне сказать, пожалуйста. Дело в том, что в этой компании я работаю уже 3 года. Я психолог. За это время не было ни единого нарекания, ни единой претензии ко мне. Я всегда прихожу на работу вовремя и исполняю свои обязанности вовремя и как следует. То есть никаких дисциплинарных взысканий не было? Никаких дисциплинарных нарушений. А 3 выговора... не было, дайте мне сказать. Но после того, как мой начальник узнал, что я беременна, начались какие-то кляузы, начались какие-то претензии на мой счет, начались какие-то штрафы за какое-то опоздание, которого никогда, Ваша честь, не было. И после что, этого... Что за кляузы? Давайте поподробнее. Кляузы. Про меня стали ходить какие-то слухи на моей работе. Уборщицы вы их стали поддерживали? На меня так представитель ответчика, я слушаю истца. Прошу прощения, Ваша честь. И стали до меня постоянно докапываться о том, что я даже свою работу делаю уже неправильно и неверно. Так после этого всего меня берут и увольняют. А в трудовой книжке мне записывают «уволена» по статье «За аморальное поведение». Представляете, «За аморальное поведение». Я прошу
Я беременная женщина. Меня по закону вообще увольнять нельзя. Я прошу восстановить меня на работу. Я прошу признать мое увольнение незаконным, а также выплатить мне мою заработную плату по вынужденным прогулам. То, что я уже несколько месяцев сижу дома и не получаю деньги. То есть вы считаете, что основание увольнения было незаконным? Незаконным. Основание было незаконным. По надуманным причинам, да? Да, это были надуманные причины. Мой начальник знал о том, что я беременна, я говорила ему об этом. А три заслуженных выговора? Более того, я показывала ему свой тест на беременность, поэтому он это знал и уволил меня незаконно абсолютно. Вашу трудовую книжку, приказ об увольнении, справку о беременности. А какой срок сейчас беременности? Срок беременности уже третий месяц. Уже третий месяц. Да. Угу. Хорошо. Ваша позиция понятна суду. Спасибо. Пожалуйста, ответчик. Иск признаете? Нет. За что уволили истца? Потому что за аморальное поведение. В том, что сейчас истец нам рассказала, ни одного слова правды. Дело в том, что мы не знали. И в чем выражалось аморальное поведение психолога, который работал у вас в компании? Занятие безудержным сексом на рабочем месте. Причем с нашим же коллегой, в самых непосредственных в рабочее время, в рабочих местах. Ваша честь, я прошу прощения, в рабочее время ничего не было, все было после рабочего времени, и все прекрасно знают ваша о моих честь. Взаимоотношениях с нашим коллегой. Ваша честь, подождите, смешно это то слышать. Есть вы подтверждаете, что пусть в нерабочее время, но действительно занимались сексом на рабочем? Более того, как она может это отвергать, если это происходило систематически, регулярно, даже на рабочем месте непосредственно у руководителя, то есть на моем? На вашем я столе, уже про кулер что? Молчу. На вашем столе? Абсолютно точно, ваша честь. И этому свидетельствуют неоднократные устные заявления уборщиц, которые после рабочего дня приходили для того, чтобы убрать помещение, они не могли этого ваша сделать. Ваша честь, уборщиц он подговорил. Он заплатил им деньги, они записали на меня кляузу. Это все неправда. Опять истец, же... ну вы как причем уборщицы, вы сами подтверждаете. Да, и к тому же есть... К тому же вы же сами говорите, что вы не отрицаете то обстоятельство. Да, в нерабочее время, но да, было. Есть письменное заявление от уборщиц, жалоба. Допустим, действительно это было. Там, ну, вы что, ну, молодая, симпатичная девушка. Ваша честь. Завела роман с коллегой, я так понимаю, да? Ваша честь. Отцом ребенка является ваш коллега? Да. Все бы было хорошо, но а вы у нашего коллеги... Брак не собираетесь регистрировать? Собираемся. Собираетесь. Ваша честь, у нашего коллеги... Зачем вы препятствуете личному счастью истца? Мы ни в коем случае не препятствуем. Что вам, но стола у него вам трое жалко, детей и законная супруга, законная жена. Да разведется он с ней, ваша честь, он разведется с ней, он обещал, он разводится, будет развод и будет с ней поженится. Это слова и эмоции, потому что накануне его супруга ворвалась к нам в кабинет, тот самый момент, когда мы с деловыми партнерами решали очень серьезные вопросы, закатила такой скандал по поводу вашей интрижки. И после этого она говорит, что все в порядке, и они распишутся, и все замечательно, а мы препятствуем любви. Да нет, конечно, а трое детей, а супруга? Ваша честь, аморальное поведение, это не считается аморальным поведением. Он мой жених, он знает про это, он знает. Слушайте, у жениха у вашего жена и трое я детей. Знаю. Позвольте скажу. Я знаю, что у него жена и трое детей. Он обещал мне, Сергей, обещал мне, что он разведется. Я знаю. А значит, он разведется. Мы уже полгода встречаемся, понимаете? Да полгода. Как же он разведется, подождите, если его супруга полгода, об этом ничего не знает? Полгода. Она приходит и мне говорит, верните супруга в он семью. Ничего не прекратите все эти... знали о том, что мы с ним встречаемся и все вместе. Но как только он узнает, что я беременна, он меня сразу увольняет. За 3 недели до моего увольнения у меня случился нервный срыв. Это правда. Это было в нашем офисе, все об этом знают. Сергей отрицает. Он просил меня, чтобы я сделала аборт, когда я сказала, что я беременна. Он отрицал, сказав, что нам нужно сделать аборт. Конечно, у него трое детей. Я еще не готов. Подождите, у меня случился нервный срыв. Это правда. Это действительно. Но... он же присутствовал там, он все видел. Он мне даже стакан воды приносил, ваша понимаете? Честь. В такси меня сажал и говорил, Настенька, может быть, взять отгул, а может быть, вы возьмете непродолжительный отпуск. И потом он берет меня и увольняет. Так еще и говорит, ваша что честь. Он об этом не знал. Он знал Кашеварова была уволена не сразу. Послушайте. Мы неоднократно пытались с ней договориться. Но она ничего не слушала. Вы знали, что она беременна? Нет, конечно. Она предоставила справку о своей беременности. 3 дня, выданной позже, чем мы ее уволили. Откуда мы могли знать, если у нее на лбу не написано? Мы этого не подозревали. Все верно. Мы ее уволили на том основании, что вам вы, было вынесено... Вы, ответчик, здесь очень важно. Вы справку увидели позже, через 3 дня после увольнения? Либо вы об она этом ее... знали лично от истца? Она вам об этом сообщала? Нет, не сообщала. Сообщала.
Мы не знали о вашей беременности. Я сообщала, я показывала вам тест на беременность, я говорила о том, что я беременна. Тест на беременность? Истец, у меня к вам несколько вопросов. Да. Почему справка действительно появилась через 3 дня после вашего увольнения? Угу. Почему вы не могли ее раньше предоставить ответчику? Ваша честь, дело в том, что когда на меня стали появляться кляузы и жалобы, на меня сразу навалилось очень много работы. Это правда. У меня просто физически не было времени. Но я пошла в аптеку, я понимаю, что со мной что-то не так, у меня кружится голова, я просто это почувствовала. Я сделала тест на беременность, который оказался положительным. Я сразу сказала про это моему начальнику. Но и это потом, уже было после того, как мы ее уволили. В больницу, и справка подтверждает мою беременность. Я никого здесь не обманываю. Это правда. Хорошо. Вот истец, вот вы говорите, значит, на вас написали уборщицы о том, что вы себя морально ведете. Вы подтверждаете то, что это было, но не в рабочее время. Какая разница между этим для вас? Не в рабочее время это было, но уборщицы нас никогда не заставляли, понимаете? Они никогда нас не заставали при этом. Никогда. Анастасия Игоревна, вы себя слышите? Понимаете? А как же трое детей? Мы же взрослые люди, но мы же прекрасно понимаем, что это... А как же законная супруга вашего любовника? Подождите, люди приходят, убираются. Ну мы что же, глупые что ли, дураки? Этого не было. Нас никогда никто не стукал. Никогда. Это придумано все. Анастасия Игоревна, ну я понимаю там ваше желание устроить свое личное счастье. Вы вообще представляете, сколько будет длиться развод вашего предполагаемого супруга и вашего жениха, да, своей супруги, который, я как понимаю, против этого развода, и при наличии 3 детей. И скоро появится 4-й, как я понимаю. Я понимаю, но мы действительно любим друг друга. Я не увожу его из семьи. Это любовь. А супруга об этом не догадывается. Она его не вводит, но приходит за... Ну, ваше морально-этическое поведение остается в любом случае на вашей совести. Суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. Время лезете не в свое дело. Какая вам разница? До этого вам дела не было. Да это общий моральный климат нашего коллектива. Вы разлагаете его. Я психолог, я знаю, что такое моральный климат. Я еще беременная вообще-то. И это заявляет мне психолог. Так что не нужно мне тут. Как так? Да, психолог, и отличник. Вы мешаете обычному здоровью. Меня сами принимали в эту компанию. Не нужно мне тут. Да, но до этого вы сами принимали хорошие рекомендации. В следующей программе. Как только отец умер, Сережа купил машину. Вот посмотрите, написано: теперь мне все дороги открыты. Машина зверь. Пенсионер пытается получить деньги, завещанные ему лучшим другом. Суду предстоит разобраться, существовали ли они на самом деле. И кто мог ими завладеть после смерти завещателя. 1000-2000 рублей могу. 100 рублей по 100 годов. И лет через 40 на гробик мне как раз наберем. Если нормально работа выйдет, я оплачу, я ему сказал же, Паш. Дворник-гастарбайтер лопатой повредил дорогую машину. В компании, которая выдала ему инвентарь, он не числится. Кто возместит ущерб хозяину автомобиля? Он не приехал, когда ребенок попал в больницу, ему вырезали аденоиды. А он был на свидании со своей натусей. Женщина не простила мужу измены и повторного брака. Она решила испортить его свадьбу и заявилась на торжество в траурном платье. Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав объяснение сторон, установив все обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения настоящего спора, решил... Заявленный иск удовлетворить, признать увольнение истицы незаконным, восстановить истицу на прежнем месте работы, взыскать с ответчика в пользу истицы среднемесячную заработную плату за время вынужденного прогула в размере 150 тысяч рублей. Суд признает увольнение истицы, находящейся в состоянии беременности, незаконным, потому что закон запрещает увольнение по инициативе работодателя беременной женщины, за исключением случая, когда компания прекращает свою деятельность, ликвидируется, и либо индивидуальный предприниматель прекращает деятельность. Этот запрет прямо установлен статьей 261 Трудового кодекса Российской Федерации. Эта норма закона является трудовой льготой, обеспечивающей стабильность положения беременных женщин как работников. А в случае однократного грубого нарушения беременной женщиной своих обязанностей, она может быть привлечена к дисциплинарной ответственности с применением иных дисциплинарных взысканий, нежели увольнения.
Закон не ставит возможность увольнения беременной женщины в зависимости от того, был ли работодатель поставлен в известность о беременности и сообщила ли она ему об этом. Отсутствие у работодателя сведений о беременности женщины не является основанием для отказа в удовлетворении иска о восстановлении на работе беременной женщины. Напоминаю вам, что решение в части восстановления работника на работе подлежит немедленному исполнению, то есть вы завтра должны приступить к своим служебным обязанностям, а вы обязаны истца на свое рабочее место допустить. А также напоминаю вам, если вы будете препятствовать исполнению решения суда, за злостное неисполнение судебного решения предусмотрена уголовная ответственность. Ваша честь, мы исполним решение суда, исполняйте. Безусловно. Но мы в следующий раз будете о ее беременности. Спасибо, Ваша честь. Суд огласил свое решение, дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Иск удовлетворить. Я была уверена в том, что я выиграю это дело. Закон на моей стороне. Теперь я могу спокойно выйти на работу. И все в моей жизни нормализуется. Безусловно, мы исполним решение суда. Но как в дальнейшем будет работать госпожа Кашеварова в нашем коллективе, просто не могу даже себе представить. Внимание! Налоговая следит за каждым вашим шагом. Она обслуживала их на дому. То есть ни за что не платит, ни налоги, ничего. Банки блокируют ваши карты. Эти 3 миллиона я не видела. Ни одной копейки, что мне сейчас сдохнуть. Все хотят отнять ваши деньги. Банки, верни мне за машину. Не подходи ко мне! Смотрите «Зал суда. Битва за деньги», чтобы не стать нищим. 280% годовых. 280% годовых. У вас не треснет ничего, нет? Выплачивать ничего не буду тебе, понял? Вот.